Всем здрасте. Проверил мини-рисующий диско-лазер небольших размеров. Ну, как, в принципе, звездное небо, которое очень известное. Там якобы два диода в звездном небе стоит. Но это не звездное небо. Здесь стоит два серого моторчика, два серых двигателя. Мощности он небольшой, 30 мВт всего лишь идет. Один зеленый здесь стоит. Настроек тоже здесь немного. Автоизвук. Микрофон, вентилятор, под питание. Ну, в принципе, решил его разобрать. Потому что звездное небо у нас часто попадается. Такие вещи не часто. Приобрел я его за 3500 рублей в городе Владимире. Продавался. В чем особенность заключается? То, что он не показывает, как хорошие лазерные проекторы, а именно рисует. Скорость у него сканирования небольшая, поэтому. Но пылесо рисует довольно-таки качественно. Для рисующего проектора. Не для голографического. Которые на гальванометрах бывают. Все мы их знаем. Ну, сейчас, в принципе. Сейчас я открою. Этап с булочками мы пропустим. Вот так он примерно выглядит изнутри. Здесь стоит лазер 5 мВт сейчас. Всего лишь 5 мВт. Именно от указки. Именно самый, от указки самый дешевый за 300 рублей. Это плату. Здесь у него плата управления стоит. Два моторчика стоит. Именно моторчик, не гальванометра, а моторчика. Зеркальце. Ну, конечно, до этого здесь стоял 30 мВт лазерный монтаж. Но я его спалил, как ни странно. Выглядел он примерно вот так. Довольно красивенький. Ну, в принципе-то, дальше, конечно, идет видео, где будет показывать в темноте, как он рисует. Но сейчас просто включу, конечно. Штыки Риоса подрубаются. Ну-ка, еще раз. Ну, вот я включаю. Здесь включен саунд под музыку, то есть сейчас в автономном режиме будет рисовать разные квадратики, в основном, я так понял. Линии. Поле, конечно, 5 мВт, лучи довольно-таки у него хорошо видно. На камере это, конечно, отражение уже, потому что стул у меня почти что довольно-таки светлый. Примерно вот такие рисунки он рисует.
Конечно. Смотрите, сколько их здесь примерно. Рисунков довольно-таки много здесь. В темноте вы довольно-таки все это дело красиво, конечно, выглядит. Модуль от указки оказался довольно-таки яркий. Хотя фиг узнает, может он на пике мощности работает. Я, наверное, так понял. Регуляторов здесь никаких нету. Для того, чтобы подрегулировать его мощность. И так он, в принципе, рисует. Также здесь, конечно, узор приближения отдаления. Ну, если кто любит, конечно, больше рисующие лазера. Потому что это уже порядком стало надоедать. Лазерные проекторы стали сейчас очень похожи на телевизор. Стали. Иногда трудно различить уже, что на мультимедийном показывает. Также цветно, ярко, красиво. Что на лазерном уже. Поэтому для разнообразия приобретаем рисующий. Чтобы хотел вспомнить то время, когда не было такой доступности к лазерам на гальванометрах. Зато можно было купить вот такие на серводвигателях. Они, конечно, стоили дешевле. Сейчас они стоят дешево довольно-таки. Минус, конечно, то, что здесь аж DMX нету. Ну, конечно, еще он не программируемый. Это, конечно, минус его. Конечно, не знаю, все здесь или не все узоры уже. Да нет, наверное, не все еще. Потому как их здесь довольно-таки много. Конечно, режим вращения рисунков он не так хорошо отображает, но отображает. Yeah.
Ну, в принципе, не знаю, что здесь показать. Может, конечно, уже повторяется. Что делаем? Наверняка повторяется. Так они примерно дорожат. Зеркальки. На стене, конечно, все это дело более масштабно выглядит.